Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 7138 в самом пакетрейсере. Для этого нам нужна программа пакетрейсер, 10 минут свободного времени, хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Для этого скачиваем сам ПК файлик и инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке и нажимаем кнопочку «Скачать» и сохраняем нужную вам папку. Вот у нас уже скачалось и открылось. Чтобы открыть эту инструкцию, вам нужно использовать Adobe Acrobat Reader. И чтобы открыть ПК-файлик, мы просто нажимаем по нему и ждем, пока он откроется. Это занимает буквально несколько секунд. И вот он у нас уже открылся. Здесь вам нужно ввести свое имя. К примеру, мое имя Карина. Здесь нужно ввести ваш email и дополнительную информацию. Чаще всего это номер вашей группы. И нажать кнопочку «Ок» и подтвердить данные. Далее у нас откроется инструкция, но уже в пакетрейсере. Нам нужно нажать кнопочку «Топ», чтобы она не пряталась у нас, когда мы будем делать задание. И размещаем где-то сбоку. Теперь мы можем делать задание. Для этого нам нужно открыть PC1. Вот. Перейти в вкладочку «Десктоп» и в командную строку. И написать команду «Ping 10.0.3.2». И нажимаем «Enter». И мы видим, что запрос у нас прошел успешно. 4 отправлено, 4 получено. Значит, все работает правильно. Далее нам нужно открыть вкладку Simulation в нижнем правом углу. Вот она. И смотрим, что нужно сделать. Во вкладке Simulation нам нужно нажать кнопку Edit Filters и выбрать только два нужных нам ICMP и ERGP. Но нужно проверить, чтобы не было выбрано никаких других. Как, к примеру, у нас вот этот. И здесь нету галочек нигде. Вот, только этих два. Закрываем и смотрим. Да, только два. Дальше. Открываем PC1. И опять вводим команду ping 10.0.3.2. Чтобы не писать команду еще раз, можно нажать просто кнопку вверх на клавиатуре. И Enter. И мы видим, что наш запрос не выполняется, но ждет, пока мы нажмем кнопку Capture Forward. Я это размещу вот так и сделаю немного пошире. Вот. И мы видим, что у нас появился пакет ICMP. Далее, чтобы посмотреть, куда он будет двигаться, нажимаем кнопочку Capture Forward и смотрим, что этот пакет у нас с PC1 переправился на Switch. Нажав еще раз, увидим, что он двигается к роутеру. И дальше к роутеру 3. И потом возвращается назад. Вот эту всю информацию вам нужно будет записать в PDF-файл. Далее. Что нам нужно сделать? Нам нужно в этом списке открыть каждый из пакетов. Ой, вот он. И посмотреть информацию на этих уровнях. И посмотреть, с какого уровня у нас записана информация, что там записано, и потом ответить на вопросы также в PDF-файлике. Вот они. Вот здесь и вот здесь. А мы двигаемся дальше. Нам нужно сгенерировать еще один пакет, но уже особенный. Мы можем вернуться в режим реального времени, потом назад в симуляцию, чтобы предыдущие пакеты все отправились. И теперь нажимаем на конвертик, открытый конвертик, и нажимаем на наш PC1. И у нас открылось вот такое вот окно. И здесь нам нужно указать адрес назначения. Вот он. Это широковещальный адрес. И поэтому нам не нужно указывать адрес источника.
Дальше нам нужно сказать порядочный номер. Вот он, 1, и время события, 0 секунд. И нажать кнопку Create PDO. Далее смотрим, что у нас появился пакет. Вот он, и здесь. Теперь нажимаем кнопку Capture Forward и смотрим, куда он будет двигаться. Вот он улетел к свечу. Далее он пересылается к двум ПК и к роутеру. Далее он возвращается к свечу и к PC1. И там будет вопрос, почему пакет дошел только к роутеру 1 и не отправился к роутеру 2 и 3. Вы должны над этим подумать и тоже записать в PDF-файлик. А мы двигаемся дальше. Мы нажимаем еще раз кнопку Capture Forward и смотрим, как пакеты PC2 и PC3 тоже возвращаются. И вот. И мы видим, что у нас появился пакетик и RGP, с которым дальше мы будем работать. Для этого нажимаем кнопку Capture Forward несколько раз и смотрим, что пакет отправляется с роутера 2 к роутеру 1, и потом с роутера 1 к свечу и так дальше. Вот вы можете прощелкать и посмотреть, куда эти пакеты будут двигаться, и даже, возможно, попробовать предугадать, куда отправиться. Вот. Теперь нам нужно открыть каждый из пакетов, которые у нас будут в списке, и посмотреть информацию на всех уровнях и ответить на вопросы, которые также будут в PDF-файлике. Думаю, это вам не составит труда, потому что вопросы легкие, и вся информация у нас записана вот здесь вот. А так, мы уже сделали весь пакет трейсер, и думаю, у вас тоже все получится. Думаю, вы сможете ответить на вопросы, и у вас будет все правильно. А я с вами прощаюсь, так что пока!